Тем временем бойцы с передовой в этот день передают свои поздравления с Днем знаний школьникам, их родителям и учителям. Уважаемые педагоги и родители, дорогие наши школьники, 1 сентября – особенный день, наполненный самыми теплыми и светлыми чувствами. День, который в жизни каждого человека оставляет неизгладимый след. Школьные годы – это не только прекрасная, но и очень важная пора для каждого человека. Уважаемые педагоги и родители, желаю вам крепкого здоровья, благополучия, терпения и мудрости. Пусть новый учебный год станет для школьников годом больших достижений.